С прошлой недели в нашем лечебном учреждении было развернуто инфекционное отделение по приему больных с коронавирусной инфекцией. Было развернуто 100 коек. На сегодняшний день на этих койках находится уже 63 пациента, 7 из них в реанимации. Больница полностью оснащена как кадровым составом, работает более 50 сотрудников. Оснащена полностью медикаментами, кислородом. У нас есть все оборудование, которое необходимо для оказания помощи больным с ковидом. Средства индивидуальной защиты, а также все необходимое для лечения этих пациентов. 95% пациентов – это невакцинированные пациенты. Наиболее часто это осложнение коронавирусной инфекции, это двухсторонние пневмонии, да, также есть сопутствующая патология, но больше это пневмония. Прогнозы не могу сказать, не Господь Бог, но то, что касается ситуации, да, действительно ухудшается, потому что люди были не подготовлены, хотя было в средствах массовой информации о том, что нужно вакцинироваться, и вакцинация – это первый способ профилактики с COVID-19, но люди это не услышали, и сейчас из-за того, что они не подготовлены, попадают в такие инфекционные отделения. Ну вот, и из 63 пациентов 61 находится на кислородной поддержке. Те, что как и в реанимации, и в инфекционном отделении, они больше на кислородных концентраторах или на кислороде. Возраст на сегодняшний день и 40-летние, и 60-летние, и 80-летние поступают в любом возрасте такие пациенты.